Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Google Pixel 4a. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить темную тему. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», а затем открываем пункт «Экран». Здесь видим надпись «Темная тема». Включаем ее. Вауля, темная тема успешно включена. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!